нарушил. Вы? А вы не нарушили, думаете? Я сейчас спрашиваю. А ты видел, что я пристегнут пристегнут? Да, да. Да? Документы. Есть еще какие-то проблемы? А? Проблемы есть какие-нибудь? Есть, конечно. Какие? Документы предъявить. Да? А ты знаешь, в чем дело? А? А знаешь, в чем дело? Как ты сказала твоя фамилия? Не понял. Фамилия как ты сказал твоя? Разумова. Разумова, да? Ты из Грозного? Нет. Откуда? Я командирован. Откуда? Какая разница? Я спрашиваю, значит, есть разница? Это не по существу вопрос. Это по существу, потому что... Вы как водитель всякого? Я у себя дома. А? Я у себя дома. Ничего. Еду к себе домой. Вы водитель? Когда я буду у тебя там в Саратове, вот тогда предъявляй мне, короче, останови меня, понимаешь? А здесь я не должен остановить? Ты должен ехать к себе домой. Почему? Потому что Чечня для чеченцев, понимаешь? Нет, а ты явно не чеченец, блин. Русским – Русская Республика, чеченцам – Чеченская Республика. В первую очередь водитель. Вот, понимаешь? А я сотрудник ДПС. Вот. Тебя остановили, поэтому создай себе Русскую Республику и живи в своей Русской Республике. А я в Чеченской Республике. Постой секунду.